Так, а что там, подожди. Это Антоха, кто тут еще? Гошка, поставьте. 4 друида пойдет. Квазивир, Сташка. Сумайтесь, давайте Надо полетели. Дашь нас обмануть. Надо уже начинать. Уже начинать уже. Потихонечку сносить. Чем раньше. Пускай он рейслин пока что похилит, пока Криори нету. Это что, мы в 4 что ли будем? Да мы что, не прохилим 4 же. А кого ты за место не будет добирать? Ну Криори же будет Иршамой. Ну мы бы 2-4 тела пойдем. Ну да. Ну а что там, вы после робота, после Левиафана робота, да, идете или что? А куда, да. А после робота что? Посмотрим. Я не знаю. Я ну, в принципе, рейд хороший, можно по Тиалгу задушить. Ну, без Валяра, конечно, не получится. Блин, у нас просто арт-стайла нету, который ничего не написал. Нет морали. Мы бьем Астокрылы, но мы бьем ее под конец уже. Надо Левика убивать, что стоим? Да, аккаунт, мы без его хила не сможем. Типа у него 2-4, ебать. Ты про что, про робота говоришь? Я про Алгалон. Так а какой Алгалон? У нас до Алгалона еще босс есть. И там еще босс есть. Типа, мы сейчас время проебываем просто. Время. Ну, сумотись. Заходите, сумотись, идем. Че? Просто если мы будем убивать, и тогда, когда он придет, у нас типа будет и почищено, и можно и Алгалона убить, и там нам меньше бить останется. А если мы сейчас будем полчаса сидеть ждать, то мы, так, когда он придет, у нас будет времени мало, и мы просто два раза вайпнемся, и уже будет конец РТ. Ну, типа, я вот почему. Там Даша пишет, что у него ночью с интернетом какие-то работы. Ну, ладно, посмотрим, Даша. Прям нечаянно нету, да, я смотрю тоже. Ну, ладно, может, кто-то сейчас еще зайдет по ходу из наших мейнов, и зачем мы какие-то замены сделаем на боссов, которые, типа, нам важны. Давайте, ребят, сумоньте, ставьте шкафы возле Левиафана, сумоньте рейд. Так, кого сумони? Давайте прессуйте. Да все там уже сумон получили. Тирьяки, Абу-Даби. Осьминожка, ты тут? В Дискорде? Заходи в игру. Тебя все ждем. Иначе я просто без тебя начну. Его даже, походу, в Дискорде смотрю, нет. Чекни Тирьяки с Абу-Даби тут вообще. Он не ФК. Тирьяки присумонился. Абу-Даби остался. Сашка. Сашка вообще маской, блядь. Красавчик. Да, на Левиафане похуй. Да, я да, сейчас всем раскину ассист. А, и лидером, походу. Ток, давай, ты паролишь. Дай мне ассист. Да, стоит этот. Блупмастер. Так, Саня, ты сомонился? Сань, ты тут, Сань? Ты лав. Да, давайте, ребятки, раздупляйте себе, прошу. Сейчас я метки расставлю по тачкам. Слезьте все с тачек, еще никого не означал. Так, Саня с тачки сидит уже, все. Саня будет у нас клочедан стакать. Давайте... Три человека, кто в прошлый раз катался на стаке около чедан, закидывал людей. Присадите меня, три человека. Кто умеет на стаке около чедан. Давай, Квин, садись в кружочек. Райслин, давай, черепок, садись. Вромик, еще один человек. В кружочке уже кто-то сидит. Кабудаби сидит.
Ты спрашиваешь, кто умеет тягать колчу, да, или стаки держать? Стаки держать умеет. А, так вот в кружке же сидит кто-то уже, Абу-Даби сидит. Ну, а ты... Ты кто, Куин? А, ну садись в Раме тогда, в Раме садись. Все, все пять, да, Селя? Бля, чё, крестик уже уехал? Кто с ободок сидит? Пупсик мой, на Егоре. Все, окей. Так, три человека, кто сломает пушки, умеет колчедан стакать. Ну, тянуть. Три человека, мне пристаните. Давай, Аугу, садись в кружочек. Еще два человека. Кто ебанет пушку? Кто летал? Кто умеет кинуть? Кириаки завис, да? Прикольно еще. Завис. Прикольно. Так, Пук, давай, садись в ромбик. Пук. И в черепок у нас сядет... Рогатога, справишься с пушкой и с этим? Пушка и с этим стяганием получеданных. Давай, и садись в черепочек. Все, всех, кого не назначил, рассаживайтесь по осадкам. Только не надо... Чего не надо? Не надо в мотоциклах ебаных сидеть, у нас два тела не хватает. По осадкам садитесь, да, все. Да, по осадкам все садитесь. Мотоциклы завезите, поставьте в комнате. Настакиваем и кидаем людей. Потом, короче, не закидывают людей, у нас будет... давайте, черепок. Ты будешь на постраховке. Твой стрелок не запрыгивает тебе в ковши. Вы просто ездите и сакаете. Если что, я заноншу, черепок типа закинь. Тогда кто там сидит, там пупом сидит, да? Тогда ты закидываешь. В ромбике сидит. В черепке кто? Рогатога сидит? Все, да. Тогда, типа, ты просто рог, типа, просто тягаешь и ездите. По команде тогда я скажу. Да, ты загрузишься, ебать, и полетишь. Так, давайте, даю еще все. Ярчинопу, заезжайте потихоньку. Давайте по фастику ёбнем. Потому что 23 тела проблемно будет. Куин, все здесь. Сбивайте кучедан. Давайте разъехались и по кругу. Все, давайте, осадки пуляйте. Поехали. 10 стаков делаем и закидываем людей. Я заношу. Только в машину колчедан фул сделать, ебать, энергию перед закидыванием. Егор, садись, я тебя... Давай, закидываемся. Загрузились. Егор, садись. Кинули людей. Разъебали пушки. Дайте мне анонс, все ли там на пушке сидят. Всех закинули, четырех. Одного нет. Кто не закинулся? Киньте Пук, кто там с Пуком в машине, киньте его. А, да, я заслал. Все, давай Пук там, ебани. Все, вернулись по машинам, кто где сидел. Я под этим, под боссом сначала, наверное. Все, отлично сел. Все, лупим его. Нормально, стоп. Вы там стаками не проебываетесь, ребятки? Где урон ваш? А, я проебал? Что? Окей. Так, настакивай. Батя, он угорает, нахуй, на мной катается. По цветкам играйте, только по активнее осадочки. Пушки кто-то там сидят. Чтобы они не били разрушителя. Поставил, да, лучше. Сбили каст. Каст, хорошо. А что только 4 машины в старт идут, да? Что 4 машины? А, там они проебались. Понял. А долго за мной кататься будет? Я заебался уже кататься. Но смена цели сколько там? 50 лямов допили. Он просто фул бой за мной катается. У тебя хочется. Егор, это сбивай колчедан. Все, отлично. Каст.
Прям в огонь нахуй. Все, побежали. Никто, блядь, не рассматривает его, ебать, и все бегут сразу чистить трэш. Я даже не понял, как я стаки проебал. Там что, получается, нам промазать можно, что ли? Я сам разберу. Мне кажется, эти ботинки 24 на 7 падают. Дай тапки упали. Какие? Те хоста дух? Да. Отдай, да. Даш. Ой. Я тоже хочу пробить. Да просто Даша отдай что-то. Моя. А, ну ты, в смысле, и ты. Нет, давай тогда рец, я потом все закину. Да, да, кстати, я думаю. Нажимайте. Нажимайте, кому что нужно. Такие два оффхенда. Давайте, нажимайте. Да, давай. Там этот, ЕПГП, лутмастер у тебя есть, Рослин? Дайте по... Кто там прыгает, дайте ему корни. Самин, а это... Тебе не нужно, да, вот этот оффхенд? Сразу. Просто спросить. Если не... А, ну, это шаман находит, спрашивает, что дурачок, что ли. Кто у нас пылить умеет? Владимир, ты умеешь пылить? Миша. Умеет, все. Миша, лови. Целых две штуки тебе дают. Итак, тапки забирают нас. О, хуйня. Спасибо. Саша, где все тапки, кстати? Спасибо. 14 приоргу. Схема Джипс? Фига он только тут. А у меня он изучит. По компакту дать, там корни или что-то. Трэша просто рассыпается нахуй. Так, у нас 24 тела, правильно? Правильно. В смысле, 23? 23 тела. Надо брать срочно, кого 23? Нет, некого. Два чела, один, блядь, он делает эти квестики на острове, второй поражение. А мораль? Мораль работает. Просто а мораль, а не мораль. Ну мы прохилим в 3. Или дизмораль, не знаю. Что ж, идем, пока у нас встретило. Потому что потянется. Папа, с рейсли на спекните лучше. Сейчас бурст. Кто, гачи бой? Тут хил 5 по-любому нужен на роботе. Take it, boy. Блин, гачи переслушал. Даже с рейсли нам тяжело будет. Сейчас, подожди, пока хавайте рыбу, бафайтесь, подождем, пока разоплится человек на роге. Гачи какой? Да фиг на. Мне нравится Газманов ремикс гачи. Тебе врубают гачи на стрим? Можно. Только за деньги, да? Как сейчас там эта песня была? Там? Я бафну, когда все будут, сейчас. Что-то едем, что-то там на гей-пати, что-то вот это, помнишь песня? Не знаю таких песен. Сейчас давайте еще минут 2 подождем, пока рога там может дуплиться. Ой. Он писал, что его сегодня не будет. Зачем мы его ждем? Кого, Стилбурста? Да, он писал. Да, писал. А мне писал типа плюс на замену. Присутствие на РТ, он вон. Стилбурст не будет сегодня. 12 писал. Нахуй он нужен, он на острове сидит, блять. Хуй забил на нас. А он мне написал, 12-16 плюс на замену. Ну так он имеет в виду, что он хочет ЕП на остров фармить или что? Ну да. Блять. Ну я хуй знаю. Человек-то такой себе, блять. Тут раз он нас подставил, ебать, когда он, блять, не... Слоил, когда пошел в Уйду 10. А, пошел в Каражан, блин, в Уйду, да. Выйду. Ладно, меня больше интересует, вы Рейстина будете спекать или что, мы долго будем стоять? Так спечелся Тернолов, ну.
понятно. А он ходит с вами вообще, нет, на лодке? Нет, у него там мейнхант какой-то, типа, но я не знаю, я не видел рейд ни разу. Ну, хантер у него какой-то хантер. Спекайся, Рейстен, что ты стоишь? Да не надо, не спи. Мы в 4 хила прокидываем, ну, все нормально. Уверены? Да. Уже а, поехали. Давай, гуляй. Паладин, не ставь ауру на армур, если что, ему нужно. Метки вам я ставить, наверное, поставлю на всякий случай. Блядь, дебилы. А, не могу, поставь метки по бокам. Да не буду эти метки ставить. Нахуй метки? Ну, мало ли, блядь, люди... сложный. Короче, лево-право от босса, выносите белые сферы. А, ебать. Ебать, вы, конечно, пуляете, а я, блядь, не намазался, нихуя не сделал. Бей. После сердца с Геру сдашь, ясно. Я и заночу. Сейчас не сдавай Геру. Не сдавай. Там бомбота пиздани, да? Все, давай. Где там щиток? Взрываю. Просто позорови его. Окей. Я того взорву. Так, вообще не идет. Так, первый топот я просчитываю. Не сдавать никаким СМ. Да, сейвы нужно сдавать только с, если эти вместе. Да, ну ты. Топот скоро. Бейте искру. До топота нужно убить. Хорошо. Ходи, чуть-чуть. Бра, искру. Мало фонс. Так, потихонечку уже начинайте и даже сдавать по мне. Выскрой, бра. За боссом не идите. Далеко бежу. Нормально. Как мышка отвалилась прямо во время боя, бля. Да у вас, блядь, все как обычно. То есть свет отваливается для интернета, и блядь, мышки. Комара в глаз кусает. Жена сковородкой бьет по лбу. Друиды свои или сакру отдать? Брать нормально все пройти. Друиды оба в Т9, да? Да. Это сух, Квинн еще не добил. Даже. Так она же добила, нет? Ну, как оказалось, нет. 3000 или нет, стоит. Пук, сдавай, Иннер, давай по друлям сдавай. Кинь суху. Играйте искру быстрее, убейте. А, он бит мандал, все отлично. Ой, блядь. Давай, суп, бэк у дракона. Сейчас нужно было Геру, кстати, давать на вот эту хуйню. А, ну, не надо. Хотя сдавай, она откатится, похуй. Надо собрание откатится. Ну, вы скоро играть будете, парни? Все долго так умирают. По искре дайте урон, пожалуйста, ребятки. Пожалейте хилов, я вас умоляю. 4 хила у вас, ебать, вы скоро не играете. 5 пупинок. Так, давай к твоему Берни пука. Дашь Берни пука и дать ему реба, чтобы он не умирал. Раз, ну дать лапу. Отлично. Удамир, отойди немного. У меня сейчас выйдет из края играть в искру. Искру быстрее.
бывает такое. Искра. Это били искру или били босс? Класса. Бля, я бы сказал... Хартову в 4 хила хилит. Так с песом говорит. Блять, ебать, что за хуета падает сегодня? Че там? Два кинжала, ебать? А, нахуй. Чисто, блядь, в оба глаза их вколоть, нахуй себе, чтобы это не видеть. Ну, ебать, я за запами хожу, сколько уже они, блядь, не падают. Так, вот это говно, платы, никому не нужно, да? Подай мир. Эти два кинжала, кому они вообще нахуй нужны? Давайте, ребят, фаста. Никому они не нужны, блядь. Владимиру. Оба. Да, это распыл только у нас. Назначенный человек пыли. Сама, можешь гринд не нажимать, типа. Ну, я даю все равно человека. Трэш прилетели пить. Все, кольчуга. Никому не нужна. Квин, ты чё стоишь здесь? Я чудо дам, а что? Да, сейчас приду. Стоишь, держишь, пока я последний смог кода? Нет, завтра бегу. Кто умер, вставать и тпшитесь. Телепорт рядом. Пиздец, просто всё с робота нахуй в пыль. А чё, типа, рейсфилд не нужен тебе на Энхо на успех? Или это не больше Энхо делает? Не, я думаю, ему нахуй не нужен. Энхо? Никогда не поздно, что делать? Да нахуй эти нужны Энхо, не играбельный класс. Я одного забаню, играть во второго ближе стоит. Что там, Валера, ничего не писал? Чего? Разбаньте? Ну ладно, я сам разбаню. Не трогайте. Не будь постелил. Так. Пойдемте. А, я без камня... Да, блядь, зубами локи нахуй. Я без камня босс убил. Ну просто на... Вот такие камни. А. На пуху. У меня есть корневайн на эту хуйню. Я, мы просто пульнули, я типа во время боя зачарился и пласку выпил. Чего вы там дохнете? Это как вы так сделали? Ну, в ремонте. Пизданулись? В ремонтниках. Дай массакру, Егор. Пусть он сейчас знает, что он нравится. Просто кикайте грипами, станами, коровами, там, как хотите, блядь. Сделайте так, что ремонтники сдохли. Второго ремонтника сейчас метку поставлю. Уже еще добить. Я же понимаю, что мы жесткие, но, блядь, настолько. А это на алголоны, да, вот этот моб? Похуй, его все равно чистить, мы сейчас тебе ключ забираем. Чтобы два ключа сделать сразу, а не один. Так, я знал, не жалейте вы своих хилов, ребятки, конечно, не жалейте. Понимаешь, чел меня тупо просто игнорит на роге. Да пошел он нахуй, блядь. Он не АФК, он просто игнорит. Кто зашел в дискорд? Я ебал таких рейдеров, блядь. Не люблю таких людей, блядь. Сидят онлайн, нахуй, не отвечают. На Толгороде, блядь. Чтобы в инвизе сидеть? Сидит, а пока хули. Никто не убьет.
Так, и чем мы будем брать? 4 хила долбиться? Нет, с 5 и 5, здесь обязательно хат. Типа будем без 3 ДДшников? Без 2? Давай-то я крыс. Давай тогда пока на время спекнись хила. А у нас Элема тогда не будет. Ебать, ты в крысу спекнулся. Да и похуй нам на Элема. Ну, он поставит резист. Просто резист поставит, и СПД у нас есть от Квазивера, он же в демоне. Спекайся, Элем. Посмотрите на Тильяке. А честно? Он рерас сделал. Вульберу? Да. Крысу. Когда уже реворк раз будет, блядь? А где Ирландия? Сейчас она с Ирландии отвалилась неожиданно. Начинается, блядь, ФКшки нахуй. Сейчас ГП начну давать за ФК нахуй. А приори во сколько будет? Да хуй его знает, сила. Как свет появится. Где света сидит. А у него света нету? Да. Есть. Я, конечно, могу Пукасик подобрать чисто. Да не, нахуй нам. И пойдемте моба долговона почистим. Чё? Нам все равно придется. Пойдем, Калагарна, Калагарна пошли бить, нахуй Малгалон. Не-не, моба, чтобы, если что, взять сейчас хау ключ, он пойдет к двери, прикоснется. Можем Калагарна пойти задушить, вот сейчас, если моба убьем. Че, у него ключ, это? Ну, мы сейчас собрание выбьем. Ему. Ну вот, мы сейчас к двери идем. Потом пойдем на Калагарна, если ирландец у нас живет. Че ты не понимаешь? Так а чё, мы собрание будем ждать кого-то на собрание или что? Да. Давай смотри, тело убьём, ебать. Ну, можно... Надо было бить, нахуя вот эта беготня, и потом... Потому что у нас Ирландия с АФК стоит. Пульте, мама. Кто танк, скажите? Телдрин и... И Войтфорс. А? Хуёво контент. Чё у нас по бафам у нас, блядь, два человека, которые баф забирали, нет, всё. Чё, через бабу будем играть, что ли? Почему? Ну, первый заберёт Никита, он второй раз всё-таки забирал первого, второй заберёт у нас... Ты Юрчелла сможешь забрать? А Юрчелла, сможешь забрать второй дебаф с босса? Себя. Походу нет. А Вара чё? Вара могут справиться? Даже Тауншива его забрать и потом обратно убить. Егор может бабл нажать, я вторым по агру буду просто. На меня кинется. Сделайте как ГГВП, пусть лох первый возьмет и все. Давайте лох кто-то крепнет, чтобы агра была. А как типа просто бабл жмешь, и он переключается на... Он, да, он на второго по агру бежит. И потом он включает бабл, и на него босс бежит. А, все, ты сможешь, Егор, сделать бабл, потом снять и забрать? Если что, cancel аура. Сейчас, аура, вот так пишется. Егор, справишься? Все, давай, тогда... И второй, когда Никита заберешь, мы тебе проносим. Получится, не получится, похуй. Кто-то тебя заносит, вон, Саня тебя заносит, скажет, агри, заберешь, отпрыгнешь, убежишь, повесил и скинешь. Умеешь. Кнопку нажмешь, не получится, ничего страшного. Давайте, 8 человек на рыночной числе. Кого-то там. Подожди, блядь, сейчас чел придет, ну, блядь, я вообще похуй, просто съебался, ни с того ни с сего. Дайте ему, блядь, соточку и давайте 22 бить. Соточку ему, конечно, там, с барского плеча, блядь. Вообще он бабки скидывал. О, он Криори этот. Криори зашел. Валера. Свет дали. Ну и у него ВК с компанией на телефон. Давай, Шаман, обратно спекайся. А че вон за Гачимуч онлайн, нахуй? Сейчас захожу. Это хпал какой-то. И че, он не ходит в рейде или че? Он хуёво одет. Зачем у нас Холи спекал? У нас Холи пал. Типа у нас хил состав лоуи, блядь.
Так, и Фарину. Давайте, блядь, тянем нашу Аршан. Давайте снимать. Че с таким типом делать, блядь, на ирландце? Да пусть стоит, нахуй. Из него, блядь, поубиваем полбосса. А толку ему писать? Бля, ну хотя бы типа что ты написал, ебать. Ну мол, блядь, раз ну, ты отходишь. Ну, блядь, на 5 минут перед этим боссом не отходит. Тут, блядь, трэш чистится, пиздец, как быстро. Да хотя бы просто напишите, ебать, если вы отходите. Нахуй это просто ни с того ни с сего съебаться. И думай, гадай, когда ты придешь на. Так а чё, он писал что-то? Нихуя, мне кажется. Так, на раньше назначали людей. Два Эрдру, Эршам, я. Это 4, получается. 4 хила, ебай, кроме Лодомира. Получается, давай, Квазивер, ты 5-й будешь. Квазивер, 5-й, Квин, 6-й. Абу Даби 7-й. И какой тебя вытащить? И 8-й будет. 8-й у нас будет. Давай, какой-то. Хант у нас с Усурфом. Вот ловушки ставит у босса. А, ты в ММе? Не впаду в кнопки нажимать. В плане, ты будешь нажимать то же самое, только, блядь, на РНЖ? Ну, ММ это помойка однокнопочная, ты сравнил, блядь. Ну все, ну на раньше туда выйдешь после первого босса, после первого этого моба. Давай, как Васик, стоишь в метке, а Вирусиву выходишь на раньше. 8 человек назначим. 4 хила, Квазивер, 2 мага Абу Даби Квин, Никита. И все. Так, давайте ребафнулись. Бафнулись. Даю Арчи на пул. Все здесь. Даю ДПМ пул. Давайте, напулили. Напульте тогда этих большого и среднего в ДК. А, да, тогда этого. Прям большого. Маленького и среднего в ДК, а большого сберет. Вот. Я заговариваюсь уже. Все убивали, все помнят, все знают. Ты уже 2-4 расчехлил? Говорю, да. Ну как, не дайся, нормально. Охуя тебе на топ-2 тебя похилу, если честно, сейчас. Там перегрузка 20. Пизайте ему стану нового ХП. Понял. Ушли милики. Молодец. Хорош. Суберю. Субер, молод. Подведи большого к среднему, хорошо. Все, кого назначил на раньше. Ребаф или этого. Молода. Блок. Костик, стань-ка всем, чтобы тебя смогли хилить. И вообще, какой Костик, я тебе сказал, стой на месте. В метке стой. Разошлись. Направили ранжу. Сейчас сакра дашь куда-нибудь. Тогда будет лучше. Нормально лучше. Нахуй же в ней стояли. Тильцы какие-то. Сейчас ровно смерть 10 секунд. Зашли. Раньше нажимали. Сокру сейчас будешь нажимать на руне. Элдрин. Он давал уже. А, Элдрин. А, забанулось. Бейте дальше. Забанулось? Да-да. Была текстура какая-то для этого. Будем ждать или так перейдем? Плохо.
переводить. Готовьтесь. Давай, скидывай. Бабу. Там дебаф на 10. Давай, забрал. Веру. Сальву по локу дайте сразу. Веру, веру. И сальву по локу скиньте. Это наш мороз. Наберите рендж между друг другом сразу. Там нет руны все равно. Хант, я тебе дам анонс, когда кидать. Бля, сейчас сорву. 3, 2, 1, кидай. Yes. Там, забирай, забери, забирай, брат. Ну таунт надо нажать, когда я говорю кидай, они через 2 секунды после слова. Так убьем. Берите, забери. Дайте БР. Скажу, когда кидать. К вымам БР Дарафаном. Забираю. Не надо забирать тогда, блин. Таунт когда? Уверен, что не добьем? Ламир, массакра есть? Давай. Блин, не уроните никого, блин. Бейте, бейте, бейте. Сами хильтесь. Камни нажмите. Все, молодцы. Все, убили. Так, я тебя сейчас... Осколок. Поздравляю, Миша. Поздравляю Мишу с планером. Так, короче, это... И меня тоже поздравляйте, блядь. Последняя шмотка нужна с этого говна. Мам, а тапки упали? Хорош. Блин. Давай, я тебе сразу... И сейчас тебя ходить не будешь? Все, да, пацаны, давайте. Я пошел, да. Все, счастья, здоровья, пока, удачи. Ой. Есть? Верзервульф, так, все, вот. Иди сразу квест активируй сейчас. Посох надо кому, нет? Паладин, если надо, ше. Нажмите быстрее. Если посох не коминаю, я на СУ возьму. Он с критом как раз, пока вы, пускай будет. Руландец, нажми быстрее. А, руландца нет, ладно. Давайте посох крутится. Я на собой кидаю. Все. Если кому никому не надо, я возьму. Ну ты на оспек. Ну, оспек. Ну я не туда нажал, короче, блин. Я тебе квест на йогу дал, Дамир? Ну, а я тебе на оспека даю. Половину. Раз крит, блин, нормально. Красиво. А чё? Нормально. Так и надо делать, Егорыч. Вот эти все плечи никому не нужны, да? На пыль. Иди и бери квест, это. О. Взял? После Калагарна пойдешь к стенке и на 4 хранителя возьмешь. Это мне Гайди пишет, конечно, спасибо. А? Ругайд мне написал. О, да, смотри, эхо служителя земли, 200 тысяч нахидово. Ну нормально же. 30 тысяч. Если чё, у меня вафли когда талант взят, и я все равно срывал. Там ебей себе. Сейчас поставьте рыбу, я покушаю и начну бить боссы. Ранец такой, ну пошли они нахуй, я пошел, короче. Я думал, ты после Калагарна пойдешь. Куда? А, ну, бьем. Квест сдавать. Давайте, Калагарн убьем. Мы пока этот трэш типа почистим, ты сдашь и возьмешь 4 хранителя. Давайте, по твоей парень на Калагарна все. Пожрали, ебать, репафнули тех, кто отлетал. Ой, интересно, ну-ка. Блять, не дали мне этим левел, нахуй эти ботинки. Что, думаешь, ирландцы еще? Да нет, пусть отдыхает, хуля. Типа, сделал типа ему, ну, типа, время начисления каждые 50, ну, короче, по сотке, чтоб кидал. Это видно. Давайте, заходите уже. Все откушались, все ребафнулись. Походу, его кто-то отлёг, нахуй. Либо в этом доте катка нашлась, нахуй. Бахните Егорыча и давайте веселиться. Егорыча бахните. Играем в руку по команде, ой, в руку, играем в тело по команде, в руку свечимся. Руку выбили, обратно в тело играем.
Ой, я чё близко. Кто не бьёт руку, тот, блядь, полутает ГП, ребят. Такие правила. Все по команде, все, стычутся в руку. Выбили, я сказал, обратно в тело. Так, Гера нет, без Гера бьём. Так, давайте даю ещё раз арче. И готово, давайте, поехали. Блядь. Ирландцу, кстати, там ачивка прилетела за Калагарного из-за этого же собрания. Чисто, бля, он стоит ачивка и лутает нахуй. Пусть они убивают нахуй, блядь. А мы ачивки лутаем. Блять, сука, все забываю на этом локе, ебать. Руку сыграли? Руку. Все, руку выбили. Классно, классно, взвичивайся. Ну, руку выбить. Ну, больше в руку. Руку. Все, все, играем. Что, сразу на Немирона или... Пау, по очереди. Да куда нас двух человек нет, кроме Мирон? А, руку, где мы пойдем? Руку сыграли. В руку, да? А нахуй, да. Вот по БРам у нас. Давай космополит, БР... А, у него полусвет, хорошо. Дайте БР подашь, ой, БР, блядь, бафа по друидам. Дымон. Ой, ебать, руландец сложил, нахуй. Где был, братик? Пиздец. Титан задымился? Какой титан? Видюху, что ли? Нагревательно, блядь, видюху. А, титан, блядь, я понял. Ебать. Я уже давно не слышал, чтобы его нагреватель называли титан. Свичный в руку. В руку, да. Повесьте 13%, блядь, луки, нахуй, что, жадные, что ли, нахуй? Тело, игра. Да. Играйте во вторую руку пока что, в левую. Без оружия сделаем. Милик, играйте в левую. Да все играйте в левую. С правой руки выбили, потом играем в левую. До талого. Как, аккуратнее, не пизданите, у него 30 тысяч. Выбили и сразу стопаны. Выбить, сейчас сожмёт. Выбить, всё, играем в левую. В левую играем? Понятно. Играем в левую. Миллион. 5. У вас 3 секунды на ачиво. Всё, у всех, блядь, ачиво есть. Да не может быть такого. Мы не сделали просто. Давайте, ебашьте трэш, нахуй, идите. Не-не-не, мы её сделали. Сделали? А. Да, там одна секунда осталась. Нажимайте на offhand кнопочки. Что, никто не хочет offhand? Понятно. Водомир, на, держи. А, кольчуга при надевании, всё, понял. Пау. Сюда. Продаж. Тут смотри, да, не отдавай эти боешки случайно. Я, да, это... Это надо еще заметить. Латы, кисти, крит, хуйня. Одамиру отдал. Ладно, пойдемте дальше. Да главное не проебаться, вот самое главное, типа, заметить эту боешку. Играем во второго, вот этого моба играем. На второго вообще похуй. Главное это убить. Я могу вам улюцика добрать, но он такой сидит. А нет, вот этого моба играйте. Наебал я вас. Люцик, который не дамажит многих? Ну, не дамажит, но больше некому. Ну, хотя бы какой-то, да. Если захочет, пусть зайдет. Нам одно тело тут нужно. Какой там... Отошли милики. Сейчас бахнет нахуй. Прожмись, танк. Пойдемте. На Холагарна. Он не пишет ничего. Ой, на этого. Пойдемте на Ходера.
О, на этом боссе тоже афлик прикольный, надо тоже слепить. А вот этот получар, это же типа версикалор, да, ебать? Ну типа нахуй, да, прессом ходить? Ну да. Ну очень на половинчике посижу, косики поделаю. Косики поделаю, да, блять, это... Да каражанчик пособираю. Да, блять, охуенные люди, конечно, да. Рома, чёрт. Чё в афлика спят? Да, присамоньте меня, ребят. Дальше с притянем. Мы трэш чистим. По кучкам не ходим, парни. Загробник. Ты кучку наступил, блин. Точно сыграете загробник. Каскикнуться, там, совы, чем-нибудь, там, интерком. Тайфуна. Все, остальное трэш чистить. По стеночке пройдем аккуратненько. Подождите только всех. Можно как-то их не пиздёшь скипнуть? Нет, да? Не, их пиздёшь. А пробегаем быстрее, еще загробник еще цепанем сзади. Бежим, 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 бежим. Все, заебись, парни. Загробника точно вот этого вот играем. Ему касс нужно будет один кикнуть. Так, вторую кучку заделим. О, красота. Когда-то было по-другому? Бля, загробника этого. Играть во второго загробника. Касс? Нет, отошли от буря. Чистите, сейчас будем суммонить людей. Сейчас шкаф поставлю. Тыкайте. Трех человек нужно. А, ну одного присуммонить. Люцика и меня. А, можно еще Люцика. Давайте. И я это самое, сейчас квест беру. Рыбу поставьте, ребафните, падше. Все здесь, давайте, бафните. Кстати, мне по магу раз... Короче, все. Фулл бафы раздайте все. А что там, кстати, это, по фласкам? Кто не пьет? Все, тебе только не дослак, и Некс осколки суп отдаешь. Да-да-да. Давай, я на маге на своем билд переделал, походу меньше дамажить стал, блядь, не понимаю. Ты дамажил раньше? Давайте, парни, Егор спекнулся, все, давай, иди гуляй, разбиваем эти дышки. Люцик, дай МК по Абу Даби. Да, Люцик, дай МК по Абу Даби. Разбили петухов. Да Никит постахает что-то костер. Сейчас скажет, я не умею. А верно, раскидал. Ко мне. Хорошо, заебись. Хвин бегает. Да, дайте диспо, спасибо. Эма на лед можете нажать. Отошли. Нажать. Меня откинуло. Нахуй, у меня СПС, блядь. Бать. Вот хорош. А,
Так, почему раз? Понял прям. Так, а здесь... Здесь, как всегда, нихуя. Вот 39-й пух, кстати, упал. В смысле, на крит? Да. Да блин! Второй крит ему... А что у меня кольцо пропало? А. Да, на свой возьму опять. Нет, давай, не, не, вот это пуха. А, вот это что? Ну это не очень. Тут крит. Так, шаменов спек. Это на шамана тебя, да, на хила? А больше никто не ролишь? Больше никто не тренирует. Ну давай, че. Сколько будет половина? Сколько у нее там? 412, да? Так, где анторим, ребят, направо? Кошку ебать. А, давайте кошатницу пизданем. Давайте пока мобов зачистим, а потом кошатницу. Вот это ролится кольцо быстрее. А, ты мобов? А, блядь, вы мобов. Короче, в грудах вот этот ролится, чат. Кому он нужен? Терраса. Тебе бесплатно. Без... Ролится, ролится. Кому нужно на ок, на мейн, вообще похуй. Это без ГП уходит? Полонинишь тебя на мейн или на офф тоже? Какая разница без ГП? Ладно, похуй, Лодомир. Лодомир, грудак. А, я ебать, не могу еще это, да? Это дал. Вот этот грудак, воин, охотник, шаман. Кидайте ролла. Быстрее. Ну, ролла киньте. Никому не надо. Да, бля, сейчас кому-то запихну наш шаман, короче, тебе быстрее, тепать. Вернулись назад. Вот тут стоим, ждем кошатницу. Короче, нашему мне он не нужен. Кольцо, кольцо никому это не нужно. Лодомир отдал. Сейчас второй сундук разрулим. Второй сундук. Такое же кольцо, видимо, нахуй никому не нужно. Воин, охотник, шаман. Не знаю, я бы взял носовую, но за ГП не охота. Паладин ищет тебя на лоб, а на кого? На успех ты 50 полутаешься. Да, так оно с хитом. Паладин ищет, какое нахипало? Да я-то протанчу. Просто за четырьмя котами, смотрите. Блин, не хочу за ГП, все. Но на пути котов Телгрен и все. А они не станется. Так кольцо я дал. А, стволы, мать? Туда? Нет, котов в этом на поле выйти. Вот это, короче, отдал базику. Пробуй их, да? И вот это дам. Владимир, там массакру знаешь, куда побегут? Как ты? Вот давай, массакру. А вы типа двух котов хотите? Нет, мы просто хотим не умереть сейчас от них. А, это тоже перспективно. Они кровотечение просто вешают. Все, без захоти. Фирвар не успел. Снимите их, пожалуйста. Трейты поставили, блин. Вернулись, опять подъебало. Типа Дмитрий зашел. Какой Дмитрий? Короче, DM. Про Дмитрия? Нет, DM, давай какой-то до 8 рубль гильдии, не помню какой. Когда они нам присоединялись, уже, блядь, все поливали нахуй. Прекрасно присоединялись, называется. А, там кисы вышло. Кис, играйте. Сейчас фир будет. Ладно, прыгает, но. Бежали отсюда. Ушли, там кис разлил лужу. Тут стоим возле лестницы, бьем. Тут пускались. Кисло. Кисло.
Ой, полетело, прыгать нахуй. Давайте лоски супизанить и добиваем. Ушли, ушли, ушли. Ебать, она носится там, ушли. Уж. Все, добивайте просто. Не добили. Моментальный. Не, это моментальный БР от суфа. У меня даже не отобразился, понял справа? Я случайно нажал. Моментальный просто БР. Давай, не просто. У меня Вуду на правую кнопку мыши БР забиндена поменять. Идем Торим очистить. Так, вот эти вот плечи. Тролльцы. Кому они нужны? Нажимайте быстрее, быстрее, быстрее. Ой, тебе не нужно? Не, не нужно. Ну кинь без ГП. Без ГП посмотрим. Так, а вот этого хуйня? У меня ДД спека даже нет. Вот эта хуйня никому вообще не нужна. 32 меч никому не нужен. Еще раз спрашиваю, кому не нужен? Люцик, Люцик, нажимай что-нибудь. Какой сек, нажми что-нибудь. Минор апдейт. Понимаешь, минор апдейт, если ты на его ДП на. Рольте голову кожаную. Никому не нужен. Вот, Олдемира дал. Не меня лопаты. Сейчас пока будем ставить метки и всю хуету, я дам 5 минут перекур. Писи каки делать, но не больше. Через 5 минут, чтобы все были. Ну-ка, как раз часть лимончика набить. Началось сорс. Пол трэш почистил, пока я таланты перекидывал. Почти, не знаю, да. Бать. Так, давай, ты как обычно берешь ФМК одного. Ну да, только давайте только трэш пизданите и идите. Давайте змею отвернули, играем змею, всех остальных играем. Одного в МК только возьмите. Мы походу опять да без МК будем на этом боссе, ну похуй вообще. Ну, мы на прошлый трай убили без МК и этот убьем. Ну прошлый когда. Но хули, у нас, блядь, этот сидит на острове, но не может на этого зайти. Так, скала? Вот, у тебя есть, да, этот? Давай. Ставь метки. Я, короче, вот встану, где ты сейчас стоишь, первую метку, и буду стоять, я отойду. Да, перекур, давай, я даю ДБМ. Брейк. Брейк, сколько, 5? Ставь метки, Войт. Давай, я встал в метку, я отошел. Кто-то в кружок. Кто не ушел? Кто не ушел, кто здесь, встаньте в кружок. Все, все, все. Что-то он далеко. Один, блядь, что твой побежал. А этот моб не шипается?
Че он? Я ошибся, он в бой. Он бой, бой повесит. Код в треугольник перебеги. Теперь в луну перебеги. Принц лягушонок, блин. Как там в мультике было? Джамп-прыг. А это кто? О, а что, вы Ома взяли? Где Ома? Ну вот, Дерафан производит Ома в звании новобранец. Она просто пристав в другой гильдии была. Теперь в этот, в ромбик встань. Ну, говорит, мне я хау знаю, добавьте меня в гильдию. Чисто по связи. Он Санина подружка, да? Только летняя. Так, главное, почему ты через меня вступал. Оранжей, что там? Как мы ставили, череп под балкон или что мы ставили? Да, да, да. Только нахуя? Тогда расставьте, я потом покурю скажу. Ну как покурю, сигареты возьму. Вообще, давай, знаешь как, давай здесь череп поставим. Встань в ромбик кто-то. Ой, блядь, в треугольник. Вот это будет сейвовая самая метка. Сюда. Типа меньше всего бегать. Сюда какого-то хила, я не знаю, можно у Дамира поставить. Не, хила не надо далеко ставить. Просто мы вчетвером побегаем, вот от льда он где-то вот эти силы займется. Не, чтобы он 100% не сдох здесь, потому что разряд не задевает. Как знаешь, короче, ставь кого-нибудь, мы и так купим. Ну что, вы сами не хотите расставиться? Да, зачем, когда ты есть? Вот у вас 5 хилов. Вот 5 здесь хилов, 4 РДДшные метки. Треугольник, луна, квадрат, крестик. И одного в череп хила. Я бы Ладомира поставил, чтобы он 100% не сдох. Сейчас перерыв кончится, и все заносим. Все, а остальных расставьте по одному в этих метках. Так как приста нету шипешника, здесь все это самое. Вот и перерыв закончился. Даже колбасу не успел обрезать. 5 минут повара бегут. А что, закончился уже? Да. 10 секунд вот здесь. Тела, которые на рендже будут, могут стоять еще дальше черепа, допустим, какие-то дальнобойные макхант могут стоять дальше. Допустим. Один с этой стороны, другой с той стороны. Или два с этой стороны, один с той стороны. И когда, допустим, разряд в эту колонну, они просто через вот этот ступеньки вот так перебегут на эту сторону, и все. Ну, единственное, что их надо будет захиливать от льда. В принципе, как и всегда. То есть, треугольник я бы тогда поставил эрдрушника, который это и по холюпалу бы хилил бурю, и тех людей, которые бегают в этой области между вот этими двумя колоннами. Так, перерыв кончится, давайте, ребят, раздупляйтесь. Раздупляйтесь, бафайтесь, сейчас будем назначать метки, долбивать эту хуйню ебаную. Дальше, у вас Саня. Саня. Саня, ты где?
Назначил один. Ладно, там разберутся. Давай, потихоньку назначай. Людей, слушайте все внимательно, где кто... Кто, кого, кто чайник услышал, сразу же бегите в метку вставайте. И забывайте, где стоите. Че, вы сами не хотите назначить? Назначь сам. Дох, назначь. Ой, блядь, это же вы заебете, нахуй. Он, Даш уже стоит в своей метке. Пусть к нему идет Квин и Вельзевульф. Так, потом он и Фарина стоит. Это да? Крест, что ли? Чё, куда Вельзевул там? Крестик. Бля, сейчас. Правильно стоит. К Ефарине идет Малак и Кокосик. В Луну идет Терьяки, Суф, Пук Дракона. В Трусы идет Хао. Кто у нас остался еще? Люцик. Шаман. И Шамен. И три человека или четыре, которых я не назначил, это Аверн, Квазивер, я и кто у нас еще? Лодомир. Вы тусуетесь и тогда бегаете. Лодомир бегает? Лодомир может вот спокойно в этом черепе стоять. Тут молния никогда не заденет. Сейчас, подожди. А вы можете бегать. Как можете в какой метке нет человека? Меликов-то значит. Сейчас, Меликов. Это с РДЧниками хуйня. Люцик, Хао, идите в трусы. И Шамен. А в Луне кто стоит? Ну-ка. Квазивер, Сова и Сув, да? Квазивер бегает. Квазивер, да, это Терьяки. Так, ладно, Миликов. Ирландец, Космополит и Рога, вы стоите в рамбе. И Паладиныч, Уазик и Ауга стоите в печеньке. В ромбикте. Ну-ка, встаньте. Дайте посмотреть на вас. Ирландец, я тебя, кажется, называл, в ромбик ты стоишь. Чё, Телдрин, как будем с боссом делать? Ты в этот... Ирландец, это трусики, блядь. Ирландец, красавчик, ты где? В ромбик, пошёл в трусы. Вижу трусы, бегу в трусы, ебать. Саня, ты с нами под стеночкой побегаешь, нас там 4 человека. Так, ага, вот здесь там, чё я заберу. Сейчас у вас разуплится. Чтобы мы озвучили ему, давайте еще раз расчедаем. Ну пока говорите, кто в комнату идет. Какие давайте, идут? В комнату по хилам иду я, Лодомир, Тачи идет Телдрин. Давайте, идут все Локи идут. Не, давай я здесь останусь, не хочу дохнуть. Давай, 4 Лока идут, кроме Дарафана, идут, давайте... Пук Дракона кидай туда. Пук Дракона идет Люцик, идет Люцик, ой, не, Люцик остается здесь. Идет Квин, идет Авер, идет Роготога. Все, Роготога на пуле выше большого. Я думаю, нам хватит. А этот, Никита, он уже в ММе. Никит, спекнись сейчас с Рува, пожалуйста. Чтобы трэш, с Рашей проблемы. Мне Кристаллик жалко. Че, прям сильные проблемы? Ну, блядь. Тогда Роготогу здесь оставь, а Верзевую туда пойдем. Ну, давай я лучше в комнату скажу. Давай. Тогда Роготогу тут напуливаешь и трэш чистишь. А Никита пойдет в комнату. Так, короче, СС я... Так, еще раз. 4 Лока, 2 мага, получается, Аверн Квин, Пук Дракона и Никита. Хватит там? 4 человека, 5, 6, 7, 8... Ну, хватит, да, хватит. Нормально. Хватит, давайте, я СС кидаю Хао. Киньте Малак Суфу, Терьяки Квинуну, Кокосик кидай Пук Дракону и Квазивер Космополиту. По танкам лучше все это раздать. Да не, я под рулям, давай по тебе. Ну давай так. Так, у вас, где там у вас стоит? У вас стоит с Варом и Паладином в кружке. У вас в кружке стоит?